Как мы уже сообщали, перед судом предстанет группа черных риэлторов, действовавшая в Тверской и Ярославской областях. Следственным комитетом во взаимодействии с МВД пресечена деятельность группы черных риэлторов, действовавшей в Тверской и Ярославской областях. Все началось с того, что 23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На первоначальном этапе расследование следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия. Не была установлена даже личность погибшей. В результате грамотно спланированных и проведенных оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки следователи выяснили, что 50-летняя погибшая являлась собственником двух квартир, расположенных в городе Ярославле, которые незадолго до ее смерти перешли в собственность третьих лиц. Уголовное дело по факту убийства жительницы Ярославля возбуждено отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. Убийство было совершено группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление – мошенничество. Длительная, кропотливая и слаженная работа следователя отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов областного следственного управления СК России – сотрудников Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области и Управления по раскрытию резонансных преступлений Главного уголовного розыска МВД России дала положительные результаты. Так было установлено, что преступления в отношении погибшей женщины были совершены преступной группой, состоящей из жителей Ярославской области – двух женщин и мужчины. 40-летний мужчина и 34-летняя женщина были задержаны и доставлены к следователю на допрос. Фигуранты дали признательные показания в совершении мошенничества в отношении потерпевшей, а также убийства последней. 51-летняя же фигурантка скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 51-летняя злоумышленница была задержана. Итак, 5 февраля женщину задержали в Московской области. Там она снимала дом. Алла Милявская долгое время жила по поддельным паспортам, меняла имена, изменяла внешность. Долгая и кропотливая работа региональных сыщиков, сотрудников Главного управления МВД России и следователей СОСК России по Тверской области закончилась успехом, ведь обвиняемая, по мнению следствия, причастна к еще одному тяжкому преступлению – убийству мужа женщины, труп которой обнаружен в Калязинском районе. Мужчину сожгли заживо, и все для того, чтобы тот не забил тревогу по поводу исчезновения своей жены и, конечно же, ради заветных квадратных метров. В конце 2019 года одного из фигурантов дела следователи и сотрудники полиции вывозили в Калязинский район для проверки показаний на месте. Обвиняемый показал место, где была утоплена женщина, и сделала это, по показаниям мужчины, та самая фигурантка, которую объявили в розыск. Миляска попросила скрыть труп, так? Да. Что вы сделали для этого? Для этого пошел что-нибудь поискать в багажник. Что нашли? Нашел какие-то железяки и цепь. Именно эти железки и цепи обвиняемый привязал к бездыханному телу и притопил его. Григорий, скажите, а вы слышали какие-то звуки, когда вот она спустилась, да? Нет. И вы не знали, с какой целью, для чего они сказали, они пошли к реке? Помыться, ну, подмыться, так как потерпевшая в туалет сходила, находясь в машине. Она не могла, она была нетрезвой? Ну, была выпившей. Вы откуда в этот день, куда ехали? Из Мытищ, Ярославля. А зачем вы ехали? Отвезти их. То есть вы везли двух женщин, да? Да. И обе они из Ярославля? То есть вы их домой везли? Нет, к мужу. К мужу? Вот эту потерпевшую везли, да? Там оформляли какую-то сделку в Москве? Нет. А для чего в Москву уездили? Я для чего? Я там живу. А они как там оказались? Потерпевшая сдавала квартиру свою вот этой гражданке. И, то есть, она сдавала квартиру, и потом они вместе поехали домой, и вы их отвозили? Нет, они собирались в Ярославле вещи собрать и ехать на юг, в Сочи. Отдыхать? Да. Вместе? Да. Вот с этой потерпевшей? Да. Они друг друга знали?
Давно? Несколько месяцев. Несколько месяцев. То есть были знакомы? Угу. Вы когда увидели, что есть утопленник, что вот одна из женщин утопила другую? Когда вторая поднялась. Наверх, от реки? От реки. Потом я подошел и увидел лежащее тело у берега. И вторая сказала вам, чтобы ее не было видно, чтобы да. вы ликвидировали, да? Ну, спрятал. А почему вы послушались? Вы хорошо знакомы со второй? Ну, я не сразу послушался. Немножко в оцепенении был. Вы не ожидали, что произойдет ожидал, убийство? Конечно. Ничего вам она не объясняла, зачем она это сделала потом? Ну, гораздо позже уже объяснила. А пока обратно ехали, на вопросы мои не смогла ответить. Для чего это? Вы судимы раньше? Да. Отсидели? Да. Давно за что? 159-е. Мошенничество? Да. 3 года назад. 3 года назад? Вышли? Или вышли? Угу. А чем занимались? Профессия у вас какая? Юрист по недвижимости. Вы риэлтор? Да. Как нам стало известно, фигуранты нового уголовного дела черных риэлторов внимательно следили за развитием событий по делу Шугаибова и знали, чем закончилась преступная схема предыдущей банды. Так что могли предположить, что будут схвачены и понесут наказание. Обвиняемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений, устанавливается круг иных лиц, осуществляющих пособническую деятельность. По делу Светланы Беляевой и Григория Бабылькова в Тверской областной суд поступили ходатайства защитников и одного из подсудимых об изменении территориальной подсудности дела. Обосновывая ходатайство, защитники указали, что один из потерпевших и большинство свидетелей по делу проживают в Ярославской области, а сами подсудимые зарегистрированы там же. Так что уголовное дело будет рассматриваться в Ярославле. Дело в отношении Аллы Милявской, обвиняемой по 2 статьям Уголовного кодекса, первоначально должен был рассматривать Калязинский суд. Но дело по подсудности направлено для рассмотрения в Ярославскую область, месту окончания наиболее тяжкого преступления. О вердикте суда мы сообщим в патрульной службе.